Собака собаке рознь. Есть крошечные мини-песики, которых носят в сумочках светские барышни, а есть настоящие гиганты, по своим размерам мало уступающие небольшим лошадям. Собаки-великаны. Перед началом видео я хочу узнать ваше мнение. Как вы считаете, это фото фейк или нет? Пишите в комментариях под этим видео, а мы начинаем. Юнас, 10 аномально огромных собак. Познакомьтесь, это Халк, самый крупный питбуль в мире. Он сразит тебя своим обаянием наповал. Несмотря на различные стереотипы и предубеждения, а также на свой грозный вид, питбули являются очень даже дружелюбными живыми существами. Доказательство этому – большой пес с огромным сердцем по имени Халк. Не зря его так прозвали, согласись, ему чертовски подходит это имя. Ведь как ни крути, а Халк – самый крупный питбуль в мире. Четырехлапому рекордсмену еще не стукнуло даже и 2 лет, а он уже весит целых 79 килограммов. Не дай его внешнему виду себя одурачить. Хозяева собаки Марлон и Лиза – профессиональные кинологи-заводчики, поэтому питбуль Халк невероятно послушный и дисциплинированный. Он знает свое место и готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы прийти на помощь хозяевам в трудную минуту. К тому же этот гигант очень игрив и дружелюбен, ты не сможешь устоять перед его обаянием. Разве он не милашка? Хотел бы себе такого? Напиши в комментариях под видео. Айкама Зорба. Так звали обитавшего в Великобритании пса, обозначенного в книге рекордов Гиннесса как самая большая собака в мире. В ноябре 1989 года, когда Зорба встал на весы, их стрелка самую малость не дотянула до 156 килограмм. В высоту этот редкий представитель породы английский мастиф вымахал тоже отменно на 94 сантиметра. В одно время Зорба жил на земном шаре и Сен-Бернард Бенедикт, отъевшийся почти до 140 килограммов. Кстати, именно синбернары и мастифы признаны крупнейшими собачьими породами. Не по весу, но по росту их все же превосходят датские доги и ирландские волкодавы, также считаясь великанами в собачьем мире. Дог по имени Зевс. Трехлетний немецкий дог по имени Зевс из Отсего, Мичиган, был отмечен в новой книге рекордов Гиннесса 2013, как самая большая собака из когда-либо зарегистрированных. Его высота составляет 111,8 сантиметров от ноги до холки. Немецкий дог достигает 2,2 метра в высоту, стоя на его задних. Гигантская собака из Мичигана в Соединенных Штатах съедает 14-килограммовый мешок еды каждый день и весит 70 килограммов. На этой фотографии Зевс стоит над другой собакой хозяев, взрослой овчаркой. Сопоставив размеры, можно представить, насколько он огромен. Зевс сидит рядом с хозяйкой в их столовой. Самая большая собака в мире 2013 превышает в размере любого из своих хозяев. А вот как огромный пес отдыхает лежа на диване. Хозяин ждет, когда его собака решит возвратиться в дом. Зевс может без труда дотянуться до кухонного крана, чтобы попить воды. Ньюфаундленд. Популярная гигантская порода собак, родом из северо-восточного побережья Канады. Изначально они использовались в качестве рабочих собак для рыбаков. Благодаря перепончатым лапам, водоотталкивающей шерсти и врожденным способностям к плаванию, ньюфаундленды являются замечательными спасателями. Они обычно весят 60-70 килограмм. Некоторые представители породы, как известно, имели вес более 90 килограммов. Большой Ньюфаундленд рекордсмен весил 120 килограмм. Они известны своими гигантскими размерами, огромной силой и чрезвычайно ласковый характер. Кроме того, они обладают высоким интеллектом и способностью принимать самостоятельные решения. Что касается огромной силы, то это не преувеличение. Самой сильной собакой в пропорции к собственному весу является Ньюфаундленд по кличке Барбара Алленс, весом 44 килограммов, которая протащила 2289 килограмм по бетонной поверхности.
Ирландский волкодав – одна из самых высоких собак в мире. Ирландский волкодав имеет давнюю полную величия историю. Кельты использовали их, точнее их предков кельтских борзых, для охоты. Выдающиеся размеры, сила и скорость ирландских волкодавов положили начало массовым показательным травлям диких зверей с их помощью. Увы, это привело и к сокращению поголовья породы до критической отметки. К началу 19 века порода практически исчезла, и лишь благодаря энтузиасту по фамилии Ричардсон, который объездил острова британской короны вдоль и поперек в поисках старотипной самки ирландского волкодава, сегодня мы можем приобрести этих кучерявых мускулистых псов. Леон Бергер. Эта красивейшая порода не оставит равнодушных никого. Выведенная порода в далеком 1840 году в Германии. Заводчик хотел вывести собак, которые будут похожи на льва. В результате пришлось скрестить длинношерстного Синбернара и Ньюфаундленда. Вышла весьма сильная и мощная собака весом от 60 до 70 кг. Собаки этой породы отличаются своей подвижностью в сочетании с уравновешенностью. Кстати, нередко леонбергеры работают спасателями в воде. Очень мягкий характер, доброжелательность, послушность – причины, по которым многие люди просто влюблены в породу. Леонбергер любит свою семью, обожает детей, играет с ними и покорно реагирует на каждое слово хозяина. Но вместе с этим добродушием собака обладает серьезными сторожевыми качествами и способностями. Кавказская овчарка. Очень большая овчарка, также кавказской породы. Она является старейшей породой собак, ей более 3000 лет. Выведена она была на Кавказе, за что и получила свое название. Их рост обычно от 70 сантиметров холки, весом они обычно бывают около 70 килограмм. Выведены они были специально для охраны стада овец. Именно поэтому у собаки очень плотный подшерсток и густая и длинная шерсть. Благодаря ей собака может очень продолжительное время находиться на морозе. Обычно они сливались со стадом овец, которые охраняли, благодаря тому, что издалека имеют отдаленное сходство с барашком, и так охраняли стадо от нападений мародеров или волков. У этой породы заложены и отлично развиты сторожевые и бойцовские качества, выносливость, смелость и сила. Анатолийская овчарка. Смелый пастух родом из Турции, отличающийся молниеносной реакцией и бдительностью. У него недоверчивый, но очень уравновешенный характер. Эта крупная порода весит до 68 кг, а их рост до 79 см. Хотя чаще всего их описывают как пастушьих собак. На самом деле это сторожевые собаки, охраняющие стадо от шакалов и волков, и даже медведей. Тибетский мастиф. Очень древняя порода собак, а первые письменные упоминания о них датированы 1000 лет до нашей эры. Это рабочая порода собак, выведенная в Тибете для выпаса и охраны домашних животных. Считается одной из самых дорогих собак в мире. Вес взрослого тибетского мастифа составляет от 45 до 72 кг, а рост от 60 до 77 см. Это Фредди, самая большая собака в мире. Датский дог по имени Фредди любит куриное мясо и арахисовое масло, но также не прочь погрызть диван, на его совести их немало. 4-летний пес живет со своей хозяйкой. Это датский дог, рекордсмен Гиннесса. Он весит 92 килограмма. Содержит эту собаку хозяйка совместно со своей сестрой, и в год они тратят более 18 тысяч долларов. Этот пес высотой 2,28 метров, когда он встает на задние лапы. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, да, просто огромный зверь. Владельцы Фредди
Фредди, Клэр и ее сестра Флёр совершенно преданы этому уникальному созданию. Он установил рекорды Гиннесса – это самая большая собака в мире. Подобная любовь к домашним животным в случае Клэр означала, что времени на свою собственную личную жизнь у этой 40-летней дамы практически не было. У нее есть еще один дог, пусть и не занесенный в книгу рекордов, но тоже требующий внимания и ухода. А на этом у меня все. С вами был Зомби Чиз. Пока.